Более 5000 гектаров. Такую территорию в Дагестане захватило опасное растение – горчак ползучий. Он может погубить любую сельскохозяйственную культуру. Сорняка-убийцу завезли к нам в начале 80-х годов из Волгограда. С тех пор агрономы пытаются остановить его распространение. Уже есть примеры абсолютной победы над горчаком в Каякенском районе. Именно туда выехала моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. Горчаку не зря дали такое неаппетитное название. Мука от него становится горькой, а от сена без преувеличения даже кони дохнут. Зато растет этот сорняк даже в пустынях. Главная особенность – его быстрое распространение. Даже из части корня может вырасти новый побег. Россельхознадзор рассматривает растение как серьезную угрозу продовольственной безопасности. По словам агрономов, главная причина заражения – регулярное нарушение агротехнических правил. Самое главное – это не завозить семена с зараженными семенами сорных растений, что является основным источником распространения. Своевременно проводить все мероприятия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение его, чтобы его своевременно локализовать и ликвидировать. Несмотря на это, Сулейман Сулейманов объявил горчаку настоящую войну. Он уничтожил непобедимого врага при помощи целого арсенала химического оружия и физического метода борьбы. Здесь, на территории 1500 гектаров, после многих лет применения новейших гербицидов удалось полностью истребить злостный сорняк. А другой успешный метод борьбы с сорняком – спахивание земли. Так, благодаря многолетнему труду владельца удалось полностью уничтожить вредоносное растение. Теперь на этой земле выращивает ценный урожай пшеницы. Культивация. За счет этого мы смогли избавиться от этого горчака. Это каждый год у нас практикуется. Только механические способы и химические. Без этого победить этого карантинных сорняков очень трудно. Мы в течение 10-15 лет работали, чтобы избавиться от них. Систематический контроль должен быть за семенами, не завести. Вот очистили, теперь не завести вот эти вот маленькие семена. Потом вырастает вот такое растение, корневище на 10-15 метров уходят. Несмотря на это, проблема сохраняется во многих районах республики. Многие хозяйства не проводят должных мер по борьбе с опасным растением. Полная ликвидация горчака станет настоящей сенсацией. Пока победить растение не удалось даже ученым с мировым именем. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каякенский район.